Деркач Федор Григорьевич, герой Советского Союза. Родился 4 сентября 1911 года в станице Брюховецкая в боях Великой Отечественной войны с 1942 года. Сражался на Воронежском и Первом Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины. Командир батареи 1593-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка старший лейтенант Деркач Федор Григорьевич отличился в октябре 1943 года. Во главе батареи при помощи подручных средств переправился на правый берег Днепра. Вместе со штурмовой группой захватил плацдарм и отразил многочисленные контратаки противника. За образцовое выполнение боевых заданий военного командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками старший лейтенант Федор Григорьевич Деркач был удостоен звания Героя Советского Союза. Но не удалось Деркачу получить высшие награды Родины – Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». В боях за освобождение Житомирской области Украины он был тяжело ранен и умер 6 января 1944 года. Похоронен в поселке городского типа Ружин Житомирской области Украины. Улица станицы Брюховецкой и в селе Большой Бейсук носят имя героя. В селе Большой Бейсук установлена мемориальная доска.